Всем привет! Мы находимся в Санкт-Петербурге, и сейчас мы приехали посмотреть на лайк-пати. Почему вы расстроены? Можете нам рассказать? Ну, к этому мероприятию мы готовились давно. Дочь, она в этом приложении сидит, и мы как бы приехали ее поддержать. Приехали, посмотрите, сколько народу, в зал не попасть. Там давка внутри, говорят. Да, и поэтому никого не пускают? Не знаю. Да, там бунт даже устраивает, даже пустите. Ничего себе. Вот это да. Вот так вот мы пришли посмотреть на кого? Кто типа белорусских. Да, да. Дети все время, пустите, рыдают, мамы там бьются. Вот мы сейчас это ужасно. А я хотела снять, как дети веселятся. Вот это прикольно. Нет, а выходит оттуда народ тоже совершенно непонятно, говорят, не пройти, толпа. Здесь, говорит, комфортнее даже давиться, чем там, потому что там еще и душно. Представляете? Кого вы хотели больше всего увидеть? Настю Кош. Настю Кош или Елизавету Стриж. Ты вот. Кого хотела увидеть, солнышко? Настю Кош. Ну, Настя, тебя все хотели увидеть. Ну, что такое? Настя, отдельный просто, пожалуйста, концерт. Сидите, просят. Сидите, пожалуйста, вы видели что-нибудь? Дельфинчики просят. Настя, все очень просят, пожалуйста. Давайте устроим что-нибудь еще. Встречу. Чтобы все успели с тобой сфотографироваться. Настя, вот, это Велина тебе из Санкт-Петербурга. Привезем тебе открытку. Все твои дельфинчики плачут и хотят тебя видеть. Вот. Настя! Давайте я тоже поделюсь. Настя! Настенька, выходи к нам. А что такое? Спасибо, что вы большое. Делаете? А вы закрываете дверь? Почему? Все? Серьезно? Ну так? Просто закрыли дверь. Вам понравилось на лайк-пати? Честно. Нет, не вы. Не то, что не понравилось. Это было ужасно. Организовано не очень. То есть это можно было сделать все более-менее так, чтобы детям было удобно. Понятно же, что там куча подростков и детей будет. Плохая организация. Организация плохая. А что ты хочешь? Мне просто было неудобно вначале смотреть. Там было очень много взрослых, и вот маленьких, которые были на плечах у взрослых. И вот мне было вообще... Потому что мы пытались, да, чтобы хоть как-то можно было детям. Это же для детей делается. Конечно. Можно было, чтобы детям как-то... Да и не видно ничего. Добраться вообще нереально. То есть девчонки хотели пофотографироваться. Выход здесь. Вот это да, вот этот костюм классный. Потихонечку запускают. Мы стояли 3 часа, мы три часа стояли, я замерзла, у меня руки замерзли, но нас как будто бы впускают, сейчас мы посмотрим, что внутри, лишь бы я не сдавить меня, пожалуйста. Сейчас мы вам покажем, что мы должны увидеть, ради чего мы, собственно, сюда и все щемились. Так. Ребятки, а теперь внимание. Я хочу сыграть сертификат от первого детского канала на 8 занятий в эстрадном центре. Вот. Очень много детей. Как это сделать? Нужно много. Сфотографироваться на фоне первого детского. Вот этого на фоне картона сертификата. И зарепостить, оставить хэштег. Вот. Всем удачи! В общем, такое. Играет музыка, ничего особенного не происходит. И изредка выходят и говорят, кто потерялся. В основном, да, кто-то что-то потерял. Либо телефон, либо ребенка. Но в целом. Совсем скоро на этой сцене появится сила Беларуси. Как мой любимый цветок, воздушный поцелуй станет самым горьким.
ты любишь говорить, что я тебя не люблю. Что? Что любить могут одни девчонки? Не забудь, как твой любимый цветок воздушный поцелуй станет самым горьким. Ты любишь говорить, что я тебя не люблю. Что любить могут одни девчонки? Не забудь, как твой любимый цветок воздушный поцелуй станет самым горьким. Ты любишь говорить, что я тебя не люблю. Что любить могут одни. Забавно, меня сейчас задавят, много народу идет сюда, о боже мой.